В Ленске прошли соревнования по пауэрлифтингу. Испытать свои силы решили 13 молодых людей. Другое название этого вида спорта – силовое троеборье, которое заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Как проходили соревнования, смотрите в нашем следующем сюжете. С каждым годом в Ленске железный вид спорта набирает все большую популярность. Пауэрлифтинг, наверное, самый зрелищный вид спорта, который всегда собирает большое количество зрителей и участников. В минувшие выходные в турнире по пауэрлифтингу приняли участие 13 ленских силачей. Свою силу спортсмены продемонстрировали в трех упражнениях – старая тяга, жим лежа и приседания. Это три базовых упражнения, где работают все основные группы мышц. В каждом у спортсмена было по три попытки. Наиболее сложным из упражнений, которое выделил главный судья соревнований Артур Цинк, стал присед. Я считаю, что присед – это самое технически сложное упражнение. Самое, я бы даже сказал, мужское, что ни на есть. Хотя почему-то, когда спрашивают, чем занимаешься, говоришь пауэрлифтингом, все спрашивают про жим, сколько его жмет. Я думаю, что это не совсем правильно. Присед очень тяжелое, как морально, так и волевое упражнение. Очень сложное технически. Вообще, в принципе, это самое тяжелое, что может быть в пауэрлифтинге, на мой взгляд. Соревнования проходили по трем весовым категориям – до 70 кг, от 70 до 83 кг и свыше 83 кг. По итогам состязаний все атлеты показали неплохие результаты. В каждой весовой категории были определены чемпионы. До 70 кг первое место занял Афанасий Буаров, до 83 кг первое место у Константина Печатникова, в сумме троеборья он поднял 430 кг. Свыше 83 кг первое место досталось Алексею Островскому с результатом 550 килограмм. Он же стал абсолютным чемпионом турнира. По словам победителя, железным спортом могут заниматься далеко не все. А залогом таких высоких результатов, как показал Алексей, конечно, является постоянные и упорные тренировки. Таким серьезным силовым спортом, наверное, не все, потому что это надо характер, надо питание, то есть и план тренировок выстроить.